Всем привет, меня зовут Руслана, это моя собака Лёля, она чем-то подавилась. И сегодня будем распаковывать долгожданный Glory Box, который я заказала. Это самый большой, вот такой он огромный. Я уже смотрела его, что там внутри, несколько раз. Даже снимала видео, но мне казалось, что оно не очень хорошее. Блин, кто-то звонит. Сейчас, секунду. Вообще, ребята, извините, отвлеклась. К нам просто дедушка пришел, там не получилось открыть дверь, ну ладно. Ну, уже получилось. Вот, Лёля, это огромный Glory Box. Мы его заказывали тогда, когда Миши еще не было. И мы заказывали для няши. Думали, у нас будет Newfoundland девочка, которую будут звать Няша. Поэтому тут будет написано для няши. Ну, тут для Миши и для Лёли, короче, все вместе. И давайте распакуем Glory Box. Написано вот для няши. Сейчас говорю, тут потекла консерва. Вот здесь вот. Проблема такая. Одна, она прокололась, но тут так вот много всего. Сейчас давайте вам покажу. Давайте первое, это деревенское лакомство, нарезка из ягненка. Вот такая для щенков, думаю, как будет для Миши и для Лёли. Такие колбаски, их тут прям много. Вот, буду нарезать как для дрессировки и для просто так. Она прям из пакета пахнет, Лёле нравится. Так, давайте дальше. Дальше это вот такой оленьий рог. Я его вижу в первый раз. Он очень классный, прям так неожиданно. Но Лёля у меня такой не любит. Ну, не будет, скорее всего, потому что я давала понюхать, она такое не ест. Я дам Мише, потому что Миша такое любит, а Лёля такое не любит. Лёля, если тебе такой рог приделать? Подожди. Такая рогастая. Лёля подходит. Ну да, конечно, будешь. Ты сейчас возьмешь и унесешь. Что ты мне рассказываешь? Байки. Так, дальше. Это вот такая «Айда гулять» пакетики для мусора. Ну, как для мусора, для кокулек собаки. Ну, думаю, это всем понятно. Тут написано, как им пользоваться. Лёль, ну что ты вот нюхаешь? Консерва протекла, да? И вот тут теперь пахнет вкусно, да? Для выгула собак специальный размер, высокая прочность, непрозрачность. Ну, хорошо. Буду для Миши брать на прогулку, как всегда. Так, давайте дальше. Так, это у нас коробочка фирмы Шизир. Это сейчас найду консерва от фирмы Шизир. Я видела, может, Шизайр. Не знаю, как читается, потому что я видела такие. Но Лёля не покупала, потому что они у нас недорогие. Лёля, ну стой, ну куда ты идешь? Ну ладно. Так, вот такие вот. Для щенков буду давать Мише. Это алоэ и тунец, наверное, тунно. Я не знаю, что это такое. А, тунец, вот. Алоэ, тунец. Тут не нарисовано, на упаковке написано. Лёля у меня рыбу не любит, поэтому буду давать Мише. Так, откладываем. Дальше. Дальше это деревенских лакомств. Утиные твистеры сушеные. Вот такие вот. Два твистера. Ну, понятно, один Миша, один Лёля. Я покупала в одну покупку из зоомагазина. Это мое самое первое видео для покупок. Короче, как бы эти два твистера, только один был длинный. Я Лёле его дала, потому что порезать его было нереально. Она ходила такая радостная с этой косточкой. Было так смешно, потому что она была очень большая, но Лёля ее сгрызла чуть-чуть. А когда обгрызла мясо, уже там косточка осталась. Она, ей нравятся только вот косточки, которые снаружи в мясе. Она обожает такое. А вот такие вот, типа вот таких вот, она не любит, не нравится ей. Так, дальше давайте смотреть. Это idpet.ru, это адресник на ошейник. То есть, как я поняла, вот такой вот адресник тут. То есть, для каждой, я как думаю, для каждой собаки индивидуальная вот такая вот как бы номер. Тут надо зарегистрироваться на сайте и, ну, как бы можно не отслеживать, а как бы знать то, что собака, ну, как бы найти эту собаку. Вот такой вот адресник. То есть тут можно зарегистрироваться на сайте. И если человек найдет, то он заходит на этот сайт, скорее всего, я так думаю. И тогда можно найти, ну, номер телефона владельца и все такое. Но я так думаю. Вот. Тут такая вот классная вещь. Так, давайте дальше. Потому что у Лёли уже есть такая. Ну, почти. Так, дальше это смарт-терьер. Мягкое филе оленя. Я дам это Лёле, потому что оно маленькое, оно, видите, совсем небольшое. Вот отсюда и до сюда. То есть очень небольшое. Ну вот, до сюда вот. И Мише это просто проглотить и не почувствовать, а Лёле хотя бы распробовать. Но если Лёля не будет, тогда придется уже дать Мише. Это что ли как консерва, видимо. Я не знаю, но это не лакомство. Это мясной деликатес. Но это не лакомство, я поняла. Ну, короче, лакомство еда.
что-то вот среднее. Так, давайте дальше. Дальше это от фирмы Sanel Choco Drops. Похоже очень, ну не на витаминки-то похоже, ну ладно. Тут для йорков, для больших собак. Давай буду и Миша, и Лёля. Но, скорее всего, будет есть только Миша, что Лёля их такие не любит. Вот. Ну, это как дополнение к еде, я уже прочитала. Дополнительная добавка к еде, в общем. Вот. Комплекс дополнительного питания. Вот. Давайте дальше. Дальше это вот игрушка для Миши. Такая косточка для собак. Игрушка для собак. Косточка с шипами. Каучук средняя. Каучук это, наверное, материал, я не знаю. Вот здесь вот засовывать сюда. Ой, извините. Вот сюда вот засовывать лакомство. И вот здесь вот собака будет играться и пытаться его достать. Причем в боксе в этом должна была быть одна игрушка, но у нас их почему-то две. А за вторую надо было доплачивать 300 рублей, но мы решили, что одной игрушки хватит. Ну и у нас их две. Вот такая вот черная, классная. Так, давайте дальше. От фирмы Jim Dog. Извините, там родители шумят, они разговаривают там просто. Я сейчас, ну, в общем, не обращайте на это внимание. Это от фирмы Jim Dog. Такие косточки, спорт снэкс, биф, ну, то есть с говядиной, скорее всего. Вот такие вот. Это для Лёли и для Миши. Для дрессировки я такие Лёли покупала, по-моему, были с оленем. Я точно не помню. Ну, точнее, не покупала, они приходили в супердогбоксе. Так, следующее, то, что у нас тут чуть-чуть протекло, это вот эта консерва, она тут порвалась чем-то, зацепила то, что она про... Фигня, сто пудов! Папа! От фирмы Стази, наверное, так считается. Это с кроликом и овощами. Лёля, блин, гавкает там. Вот, тут я прочитала, по-моему, 45% мяса. Вот. Состав мяса и мясные субпродукты 45%. Давайте вот так вот. Из них кролика 10%, овощи зеленый горошек 2%, морковь 2%, продукты растительного происхождения, минералы. Вот. Консервы это я дам Лёльке, скорее всего. Давайте дальше. Дальше опять консервы от фирмы Royal Canin. Royal Canin мне фирма особо не нравится. Ну, не люблю я эту фирму, потому что я считаю, мне как говорили, то, что там находится химический наркотик, который вызывает привыкание. Поэтому я не даю эту фирму собакам, но думаю, раз можно дать, ничего страшного не будет, это ж не постоянно кормить. Вот, Royal Canin Junior, ну, для щенков. Тут написано, зачем-то отодрать эту штучку, давайте ее отдерем. Я не знаю, для чего это нужно было сделать. Но давайте я ее так и оставлю пока что. Да, дальше. От фирмы Мяуса такие колбаски, такие Миша покупала. Лёля, иди сюда. Давай, дружочек, залазь. Давай, иди сюда. Кстати, Лёля знает команду фас. Лёля, фас! Фас! Молодец. У нее, короче, фас, это как голос команда. Сама научилась, я даже не знаю. Лёля, фас! 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 Ай-яй-яй, хорошая! Фас! Фас! Хорошо! Фас! Молодец, пойдем, все, давай! Давай тебя! Ой, Лёлечка, дурачала! Так, вот такие фирмы у меня для щенков. Продают даже самого избалованного щенка. Но Миша и Лёля это будут давать Миша и Лёле. Следующее, это вот такая консерва от фирмы Berkeley, или Berkeley, наверное. Это для щенков, ну, ягненок и рис. Тут йорк нарисован, ну, не йорк, а какая-то другая порода, я не помню, как называется, там сложное название. Так, давайте состав сейчас найдем, по-моему, состав тут хороший. Состав. Ягненок 67%, бульон 25%, рис 5%, минерал 1%, оливковое масло 0,5%. Не содержит сои, искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Лёля тут легла. Вот, буду давать Лёле и Мише. Следующее, то, что я буду давать Мише, скорее всего, консерва Солид. Натура, наверное, читается. Корм для щенков Холистик написано. Я не знаю даже такой фирмы. Я вот, то есть, вот эту фирму, вот эту я такие не знаю. Вообще ни разу их не видела. Вообще никогда. Так, Berkeley.
Ой, не та, сейчас я перепутала. Я перепутала консерву. Телятина. Вот так вот. Тут тоже состав, по-моему, хороший, если я не ошибаюсь. А, да, вот такой же, как в «Родных кормах», тоже нормальный состав. Телятина, растительное масло, жирелирующая добавка, соль, вода. Небольшой состав и, в принципе, нормально, только растительное масло на втором месте. Его зачем так много, я не знаю. Тут не написано в процентах, сколько здесь его всего. Вот. Ну, ладно, буду давать. Я надеюсь, что это правда холистик. Может, просто так иногда пишут. Ну, ладно. Кстати, у меня руки в фломастерах, не обращайте внимания. Они разукрашены. Так, вот вторая игрушка, которая была. Это от фирмы Коник, сейчас, Коник Сквоке. Это вот такой, в общем, мячик с канатиком, с таким небольшим, только держаться как-то будет не очень удобно, вот так вот, то есть собака может тянуть, и оно будет вот так вот скользить по руке. Ну ладно, я, может, завяжу как-нибудь, удобно сделаю, вот так вот, то есть берем и вот так вот, скорее всего, собаке кидаем, и она несет, я не знаю. Вот такой вот мячик, тут теннисный обычный, ничего такого сверхъестественного. Так, давайте дальше, последнее, что у нас тут осталось, это сухой шампунь от фирмы Мистер Грин, или Гри, Мистер Гри. Сухой шампунь, давайте сейчас сфокусируем, фокус, ну уже. Вот, сухой шампунь, персональная, персонал кэр. Персонал, это я знаю, персональное, а care это... Ой, извините, а что это? Я такое не знаю. Тут заклеено скотчем, скорее всего, видимо, то, что оно открывается, видимо. То, что оно бы тут все нафиг высыпалось. Тут вот нарисовано для кошек, для собак. С цинком и ромашкой. Вот такой вот шампунь. Как раз Мишку удобно нам будет мыть. Вот. Вот все закончилось. Вот такая мишура прикольная. Прям такая, ой. Прикольно очень. Красиво. Так, все. Ну, в общем, ребят, на этом покупки закончились, которые тут были. Мне так это понравилось. Тут все такое классное. Вот. Ну, я надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то поставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока-пока! Лёля.